В семье будут решены многолетние проблемы с теплом и дорогами. Впервые за 23 года отремонтируют и подвесной мост, который является визитной карточкой города. В реконструкции помогут специалисты из Японии. Уже определен перечень работ. Об этом премьер-министру Алихану Смаилову в ходе его рабочей поездки в Семей сообщили представители местной администрации. На полную реконструкцию сооружения понадобится 5 миллиардов тенге. Посетил премьер-министр и городскую котельную Габасова, на которой нынешней зимой было несколько аварийных отключений. Общий износ по ТЭЦ составляет 49%, котельных 63% и по тепловым системам 68%. За весь период отопительных 696 технологических нарушений. Город Семей постоянно разрастается. Потребность в теплоисточниках возрастает, поэтому все котельные системы теплоснабжения надо привести в порядок, модернизировать их. На реконструкцию мы дополнительно выделили 3,5 миллиарда тенге, а на ремонт центральной котельной и Габасова из республиканского бюджета выделили 1 миллиард.